30-летняя Агата Муцениеца отреагировала на слухи о том, что у ее 32-летнего мужа Павла Прилучного появилась любовница. Актеру приписали роман с 36-летней Дарьей Мороз. Супруга с юмором отнеслась к таким предположениям. На самом деле Агату и Дарью связывает давняя дружба. Так и сейчас коллеги вместе отдыхают в Лондоне. Мороз поделилась забавным селфи со звездной подругой. Не осталась в долгу и сама обманутая жена. Муцениеца опубликовала снимок, на котором Дарья изображена в модных солнцезащитных очках. Подружилась с любовницей мужа. Поухаживала за ней и подарила ей очки. Планируя отбить. С юмором отметила звезда сериала «Закрытая школа». Поклонники оценили шутку Муцениеца. Многие заметили, что так и нужно реагировать на сплетни. «Рассмешили Агата, ты супер, Агата, вы большая молодец», написали фолловеры. Недавно Агата Муцениеца на забавном видео показала накачанный к лету пресс. Супруга Павла Прилучного сфотографировалась без макияжа. Актриса откровенно рассказала о своих страхах.